сегодня 17 марта, у нас сегодня идет третья рабочая смена. Напомню, что это галерея Центрс, очередной магазинчик компании Moskink. И что мы сделали за три рабочих дня? За три рабочих дня можно смело сказать, что мы сегодня закончим с перегородкой. Сделали перегородку и фактически прогрунтовали все стены, это все. Считаем, что у нас задержечка ушла в день. Немножко ошиблись, точнее не ошиблись, там была неточность небольшая в проекте. И поэтому эта неточность забрала у нас немного времени. Пришлось переделать перегородочку, чтобы все попало по размерам. Вот, и вот в каком состоянии все выглядит. По-прежнему у нас на третий рабочий день задерживают кондиционеры, то есть видим, что мы не можем не закончить работу из-за того, что нам мешает кондиционер. Вот. И таких кондиционеров у нас две штучки. Как мы видим, вон второй красавец. Он тоже врезается и стоит ровно посередине перегородки. До сих пор с ним ничего не было сделано. Так, соответственно, работы по вентиляции. То есть, если мне сейчас надо кидать направляющие потолка, но слишком много вентиляции, они явно мешают. Соответственно, вот у нас задержка еще какая уже будет. То есть, все как бы в норме, все по плану. Но просто моими мозгами мы должны были вчера закончить перегородку, а сегодня сделать 30% потолка. Не получилось. Вот. А осложнение также ввиду того, что здесь сложный рельеф потолка. Вот о чем идет речь. То есть вот здесь надо ставить перегородку. Да? Довольно сложно. То есть это не просто взять периметр, выставил и сделал. Здесь надо как-то извращаться, изгаляться и так далее. Так, мы толкнулись вот еще с какой бедой. Дело в том, что здесь постоянный запах из-за того, что здесь есть канализационные трубы. Вот, и ввиду этого мы, может быть, сделаем предложение просто поставить здесь раковину для удобства персонала, который в будущем будет здесь работать. Вот, и это мы находимся в складике. Складик у нас уже практически подходит к концу. Из-за кондиционера не можем сделать эту часть перегородочки. А так все путем. Так. Ну, так пока все выглядит. Особо гордиться нечем. Вот. Напомню, что это идет третий день, и это видео в основном для нашего формата, чтобы мы понимали, на чем мы немножко выбиваемся с графика и на чем мы вырываемся вперед. Потому что каждый магазинчик, он сам по себе разный. И вот есть нюансы, которые задерживают, либо ускоряют процесс. А поскольку проектов много, магазинов много, и частенько забываешь все. Вот так выглядят интерьеры нашего магазина. Вот. Такой у нас красавец. Ну вот, пока все. Третий рабочий день. Монтаж перегородки был осуществлен сегодня. Это все.